Да, значит, сегодня первый день. Что там, заезд? Мы в 5 часов сюда не успели. Ну, зашли чуть позже. Что-то все выпуску разлили. Ну, там уже со стаканчиками играли. Ну, сам народ еще есть. Все вот эти там будки посмотрели. Зашли, переговорили с народом. Но основные доклады, наверное, будут уже завтра. Но все равно народ, в принципе, так достаточно присутствует. И можно с кем-то поговорить. Так, тут какие виды из этого пассажирского терминала Амстердама. Достаточно красиво, он там, да, кто-то плавает. А мы здесь, значит, ходим. Ничего не видно. Вот. Вот тогда, да, тут вообще меня вообще полностью не видно. Потому что мы тут ходим, спустились с третьего этажа на... Да, вот уже более видно, да. С третьего этажа на второй спустились, там на третьем. Они просто сюда все затусовались, как ресторанчик. Значит, на втором и на первом здесь выставка. И, собственно говоря, вот он самый этот зал, в котором доклады будут завтра. Сегодня, как я так понял, ничего особенного нету еще. Там, здесь этот зал пустой. Но завтра как раз с утра посмотрим, что тут будут докладывать.